Депутат Государственной Думы России Роман Терюшков провел прием граждан. В этот раз к нему обратились предприниматели, которые из-за мошеннических действий своей бывшей сотрудницы получили многомиллионные убытки. Они попросили узнать, на каком этапе сейчас расследование и помочь рассмотреть возможность объединения всех уголовных дел, возбужденных в разных регионах, в одно. Я не имею своего права вмешиваться в ход следствия, могу просто проговорить и написать запрос, почему вы ко мне обратились, чтобы было и вам, в первую очередь, я думаю, ответит межмуниципальное управление, чем они руководствуются. Напомню, что Роман Терюшков проводит прием граждан ежемесячно. Подробную информацию можно получить в местной приемной партии «Единая Россия», расположенной на улице Кирова, 22.